В Сочи открылся российский инвестиционный форум. В эти дни в медиа-центре Олимпийского парка работают десятки площадок, на которых определяется стратегия инновационного развития отечественного бизнеса. Для справки, в 2016 году по итогам форума в Сочи было заключено 255 соглашений на общую сумму свыше 720 миллиардов рублей. Предполагается, что в этом году количество и объем соглашений и инвестиционных проектов будет намного больше. Чувашия уже включилась в работу. Накануне подписан меморандум о сотрудничестве между Кабинетом министров и группой компании «Ренова» по созданию в республике тепличного комплекса. Документ подписали глава Чувашии Михаил Игнатьев и председатель совета директоров Виктор Виксельберг. И тем более, как вы говорите... Речь идет о создании в Чувашии тепличного комплекса площадью 10 гектаров, строительство которого начнется уже в этом году. Наша республика – один из регионов, в которых группа компаний намерена увеличить объем инвестиций. И не только. Чувашия активно и предметно работает над совершенствованием профессиональной подготовки кадров для высокотехнологичных производств. И группа компаний «Ренова» готова подключиться к образовательному процессу не только как заказчик, но и как полноправный партнер. «Ренова» в Чувашии хорошо известна, в первую очередь, такими крупными проектами, как «Хевел» и «Химпром». Именно они стали для обеих сторон успешным опытом, на котором строится дальнейшее сотрудничество. Виктор Виксельберг заметил, бизнес-климат – понятие общее, а организационно-административная поддержка властей республики – вполне конкретная величина. Уровень проектов, которые мы реализовываем в Чувашии, в первую очередь это и проект, связанный с производством солнечных панелей, это, по сути, пионерский проект для России. Поддержка руководства республики, она в значительной степени является важным, очень необходимым элементом в решении разнообразных проблем. Поэтому сегодняшнее подписание соглашений о строительстве на территории республики тепличного комплекса, надо отметить, по очень передовой канадской технологии, это тоже не в последнюю очередь связано как раз с накопившимся опытом и пониманием и желанием, куда двигается республика. Это для нас рабочие места. Эта продукция будет продаваться на рынке России, а может быть даже в перспективе на экспорт. Плюс он заканчивает модернизацию производства солнечных модулей, где сегодня улучшается намного коэффициент полезного действия. Общаясь с ним, получаю тоже очень много полезного и интересного, как нам нужно органам власти лучше работать.